Пять. А что тут, блядь? А? А что тут, блядь? Завис резать? А? Завис резать, блядь? Завис, да, подожди. Блядь, да ты бы жестко стал. Подвиси, если завис. Блядь, ну и каратит, ну что нам, где выбор, что? Можно просто их взять, да? Внутренний замок. А! Возьми пацану по периметру на нет. Папа! Что там очень? Ломать тут ладно, проводи. Ну, здесь что же? Год ломать. Вот эту штуку. Давай, нет, где это? Нахуй. Где это? Где это? Ломать. Вот это значит срезать. Не, так может вот этот наличник действительно снять и порезать замок? А ну пробуй. Нет, ну сейчас ты посмотришь. Да? Даня, возьму. Нет. Он сюда сидит. Ой, видишь? Ну я кем там достал. Мы посадим. Ну давай. Сейчас мы пока едем ближе внизу. Я думаю, что Петя. Вот сюда подходит. Где Дрис? Хуйня, конечно. Можно вам на секундочку? Надо было раньше зайти подзавиться сюда. И здесь ее нет. Что, петли лучше зарезать, да? Хорошие петли, да. Сейчас Ирку просто... Если зарезать, это потом уже тяжко закрывать. Так, петли складнее. Оно может понаружи. Петли тут складнее. А что, вот этот снять... Наличник, да, резануть вот так замок? Да, лучше наличник. Иван, где ты снимаешь? Ну-ка, держи, я попробую. Ну же мы их подложим. Сука, нам тоже поговорим, блядь. Нет. Мы же в центральный, давай боковые. Есть боковые? Да. Давай, нет, давай боковые, что центральный. Давайте по параметру снимем, так, чтобы один на одного бачил. Один на скот, другий на скот, третий на третий. Он кладет на скот. А где был Ганька? Давай ты ебать. Вот, вот, вот.